Почему знак зодиака Тельцы такой везучий? Знак зодиака Тельцы обладает неподражаемым чувством везения, которое опирается на ряд уникальных качеств. Именно эти особенности характера делают их одними из самых удачливых представителей зодиакального круга. Вот пять причин, почему Тельцы считаются столь везучими. Перед тем, как продолжить, подпишись на наш телеграм-канал, у нас там денежные розыгрыши, ссылка в описании к видео. Первая причина – стойкость и упорство. Тельцы известны своей невероятной устойчивостью и упорством. Их врожденная способность добиваться поставленных целей с помощью терпения и последовательности служит ключевым фактором их успеха. Независимо от того, насколько труден путь, Тельцы готовы преодолевать препятствия, шаг за шагом приближаясь к своим целям. Эта стойкость пронизывает все аспекты их жизни, начиная от личных амбиций до профессиональных достижений. Они не теряют веру в себя, даже когда вокруг возникают трудности. Это позволяет им поддерживать устойчивый ритм работы над своими мечтами и целями, несмотря ни на что. Кроме того, у Тельцов присутствует уникальная способность находить равновесие между упорством и гибкостью. Они готовы приспосабливаться к изменениям, но в то же время сохраняют устойчивость своих ценностей и убеждений. Эта гармония между гибкостью и последовательностью помогает им преодолевать трудности и добиваться успеха даже в самых сложных ситуациях. Это упорство не только приводит их к достижению целей, но и привлекает удачу. Их непоколебимая решимость и способность держать курс на свои цели выступают в качестве магнита, притягивающего благоприятные обстоятельства и возможности. Вторая причина – практичность и надежность. Практичность и надежность являются узнаваемыми чертами Тельцов. Их способность анализировать ситуации на основе конкретных фактов и реальных данных позволяет им принимать взвешенные и обдуманные решения. Они не торопятся, предпочитая основывать свои шаги на надежных основаниях. Этот практичный подход пронизывает все сферы их жизни, от управления финансами до решений в отношениях. Их умение оценивать ситуацию, исходя из реальных факторов, делает их надежными партнерами и коллегами. В работе они известны своей ответственностью и надежностью, что позволяет окружающим полагаться на них. Тельцы отличаются стабильностью и уверенностью в принимаемых решениях. Они не склонны к экспериментам и рискованным действиям, предпочитая проверенные методы и стратегии. Эта склонность к практичности и надежности не только помогает им привлекать удачу, но и внушает окружающим доверие. Их умение предсказуемо и стабильно реагировать на ситуации придает им определенное преимущество. Это создает благоприятные условия для успешных решений и дальнейших возможностей, так как их надежность и практичность позволяют им создавать устойчивые основы для своего личного и профессионального роста. Третья причина – чувство материальной ценности. Тельцы обладают инстинктом к материальной безопасности и умением ценить стабильность. Их натуральная привязанность к реальным ценностям и финансовая осмотрительность помогают им добиваться процветания и стабильности в жизни. Этот знак зодиака отличается умением разумно распоряжаться финансами. Они обладают острым чутьем к ценности денег и умеют создавать устойчивые финансовые основы для себя. Тельцы стремятся к надежным инвестициям и ответственному обращению с финансовыми ресурсами, что помогает им привлекать стабильность и уверенность в будущем. Их умение оценивать и ценить материальные блага также способствует их процветанию. Они ценят качественные вещи и стараются окружать себя комфортом и качеством. Эта привязанность к материальным ценностям и стремление к стабильности могут служить магнитом для привлечения процветания и благополучия. Тельцы, придавая большое значение материальным аспектам жизни, умеют использовать свои навыки и таланты для создания устойчивых финансовых основ. Это позволяет им чувствовать себя уверенно и спокойно, что в конечном итоге привлекает к ним благоприятные возможности и материальное благополучие. Четвертая причина – уравновешенность и спокойствие. Способность Тельцов сохранять спокойствие в различных ситуациях является одним из их сильных качеств. Эта уравновешенность помогает им оставаться стойкими и собранными, когда другие могут паниковать или терять контроль. Их способность контролировать свои эмоции даже в сложных ситуациях не только помогает им сохранять ясность мысли, но и способствует притяжению положительных событий. Их спокойствие может уравновешивать обстановку вокруг, создавая благоприятную атмосферу для принятия верных решений.
Тельцы предпочитают действовать с мерой и не спеша, что помогает им избегать поспешных ошибок. Это умение оставаться спокойными и сосредоточенными влияет на их способность видеть и воспринимать ситуации более рационально, что в свою очередь может привлечь к ним благоприятные обстоятельства. Эмоциональная стабильность тельцов создает особую атмосферу вокруг них, притягивая к ним положительные энергии. Их способность сохранять уравновешенность и не давать эмоциям взять верх может стать ключом к привлечению удачи и благоприятных событий в их жизни. Пятая причина – творческий подход и настойчивость. Тельцы, помимо своей настойчивости, также обладают творческим мышлением, которое делает их способными находить нестандартные пути к успеху. Их творческий подход к решению задач позволяет видеть привычные вещи в новом свете и находить инновационные выходы из ситуаций. Их настойчивость и упорство в достижении целей совмещаются с креативностью, что делает их особенно эффективными в преодолении препятствий. Вместо того, чтобы отступать перед сложностями, они стремятся найти необычные решения, которые могут стать ключом к успеху. Этот творческий подход отражает их способность мыслить за пределами обычных рамок и принимать вызовы с открытым умом. Их готовность экспериментировать и искать новые способы решения задач стимулирует поиск удачных возможностей, открывает двери к новым перспективам в их жизни. Если тебе понравилось видео, лучшей поддержкой будет твоя подписка. Спасибо за просмотр!